Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Живи и радуйся». И сегодня мы будем готовить замечательный домашний творог из, угадайте, из чего? Из кефира. Покупного кефира повышенной жирности. Как минимум 3,6. Итак, в чем суть? Берем пакет кефира и его замораживаем в морозиловке. Бросили на ночь и все, он уже готов. Вот я заморозила предварительно. Теперь берем, снимаем пакет. Чем хорош этот рецепт? Тем, что быстро, все продукты под рукой, все очень удобно, не надо ничего не варить, не надо никакие там ни йогурт, ничего не надо бросать, все готово. Опа-па. Вот такой кусочек кефира замороженного. Освобождаем наш кефир. Этот рецепт чем хорош? Что этот творог можно делать как сладким, так и как для бутербродов какой-то со специями, какими-то с травами, с укропом, с петрушкой, с чем угодно, кто с чем любит, кто какие цели преследует. Так и десертные можно делать, творожки такие. Опа, освободили. У меня есть кусок канвы, такой вот мелкий, но вы можете взять просто обыкновенную марлю в два сложения. И ставим этот кефир размораживаться. Итак, дорогие друзья, прошла ночь, я сливала несколько раз сыворотку. Сыворотку, кстати, тоже можете не выбрасывать, с ней получаются очень замечательные блинчики. Перекидываем вот эту творожную массу в тарелочку. Добавляем зелень, я добавила петрушки, но очень хорошо и с укропчиком. Добавляем специи, у меня здесь орегано и что тут я добавила? Паприка копченая, подкопченная такая. Все размешиваем, хорошенечко перемешиваем. Кто любит, может добавлять все, что он, что ему нравится. Допустим, из зелени любимые какие-то зеленушки, из специй, все что угодно можно добавлять. Вплоть до изюма, даже делать сладкую творожную массу такую. Все, перекладываем это в емкость. Ну, вот такую какую-нибудь емкость для хранения, которая закрывается. Так. Уже очень аппетитно и очень вкусно пахнет. Специями, зеленушкой. И ставим на несколько часов, ну, часик-полтора в холодильник, чтобы оно немножко застыло. Можно жарить хлебушек и делать уже бутербродики. Итак, хлебушек наш поджарился, сырок готов, делаем бутерброды. Я не увидела.